К другим темам. В Саратове открыли две новые благоустроенные зеленые зоны. Приобретениями могут похвастаться Заводской и Ленинский районы города. Каждый сквер предстал в своем образе и получил соответствующее название. Подробности в нашем репортаже. Под романсы и музыку Вивальди в вечерних платьях и шляпках новый сквер Заводского района открывают в стиле музыкальных салонных вечеров 19 века. Название обязывает сквер Арины Родионовны, имени воспитавшей великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В Саратове решили увековечить в год литературы в России. Сквер Арины Родионовны благоустроили на территории детского сада номер 44 на улице Кавказской в Заводском районе. Получился парк в миниатюре с аллеями, прудиком и кованым мостиком в стиле барокко. Несколько скамеек. Теперь здесь могут прогуливаться дети и родители. И выходные дни тоже. Очень приятно, я думаю, всем и жителям данного района, и города в целом, когда вот такие вот уголки природы, скажем так, открываются, тем более в детских садиках. Это... Мне нравится мост. Почему? Потому что на нем висят ленточки. А тебе больше всего что нравится? А мне нравится весь сквер. Еще одной зеленой зоной больше стало и в Ленинском районе. На третьей дачной за зданием районной администрации. На выделенные из городского бюджета 1 700 000 рублей заасфальтировали дорожки, оборудовали детскую площадку, поставили 12 скамеек. Особенностью сквера стали бетонные фигуры сказочных героев, подарок предприятий-спонсоров. Скверу дали название «Веселый дворик» и открыли, соответственно, с песнями, шутками, прибаутками и частушками собственного сочинения. Солнышко сияет, птички весело поют. В нашем Ленинском районе их порядок был Тенденция у нас в городе идет очень хорошая. Большое количество мы скверов благоустроили. За прошлый год, вы знаете, в Ленинском районе большая работа проведена, но и также во всех районах. Задача власти заниматься сегодня вот такими вот вещами. Это создавать все необходимые комфортные условия для жителей нашего города. Это задача власти. За последние 5 лет в Саратове обрели новую жизнь 25 скверов и парков. Создано 7 новых благоустроенных зеленых уголков. Сейчас продолжаются работы в Аллее Роз и рядом с торговым центром на проспекте 50-летия Октября. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.